В Губкинском сегодня действует 31 парикмахерская. Часть из них является полноценными салонами красоты, где предоставляются косметологические и услуги по ногтевому сервису. В сфере оказания услуг красоты трудится 48 человек. Все они были приглашены на встречу с представителями аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей Ямала. Парикмахерские, салон педикюр-маникюр, солярий и косметологические услуги. Мы решили заняться сегодня ими, потому что много вопросов, которые касаются всех предпринимателей. Вот, и уделили сегодня им внимание, разработали или адаптировали то законодательство, которое существует в этой отрасли. Мы их методические рекомендации включили, отдельно разбили по требованиям к помещениям, к водоотведению, к утилизации отходов, то есть требования к санитарно-эпидемиологические требования. Адаптированные методические рекомендации были розданы на встрече всем бизнесменам, которые оказывают услуги в сфере красоты. Пообщаться с советником уполномоченного по правам предпринимателя Ямала пришло всего 2 человека. С каждым из них специалисты из окружной столицы отработали в индивидуальном порядке и ответили на все возникшие в ходе беседы вопросы. Я скоро поеду в Тюмень, так как выиграла грант. Поеду за товаром. И вот я узнала для себя, что нужно получать сертификаты на материалы, что я буду покупать там также гели, лаки. Встреча с советником уполномоченного по правам предпринимателей для Юлдуз Каплановой оказалась весьма полезной. Теперь мастер ногтевого сервиса знает, какие документы нужно требовать с поставщиков маникюрных принадлежностей. У всех предпринимателей одни и те же вопросы. Вот. Это бланки строгой отчетности интересуют, потому что налоговая отчетность сейчас она всех касается. Далее, по утилизации, по стерилизации предметов, с которыми они работают. Были вопросы по оснащению помещений салонов красоты, по правильному оформлению работников и ведению документации. Представители аппарата уполномоченного по правам предпринимателя Ямала постарались ответить на все. Ведь главная задача приезда специалистов из Салехарда – сделать так, чтобы представители бизнеса были информированы в правовом плане и соблюдали требования законов. Екатерина Склюева, Денис Гимп, новости Губкинского.